привет! Сегодня мы ведем беседу с учеником робототехники. Здравствуйте, меня зовут Атабаев Арслан. Атабаев Арслан, хорошо. Сегодня мы хотим поговорить про конструктор Лего. Arduino. Или? Так он называется. Так, расскажите нам, пожалуйста, что вот это вот у нас такое? Это ультрасоник сенсор. Что он выполняет? Он узнает расстояние от 1 сантиметра до 400 сантиметров. 400 сантиметров, хорошо. Так, что вот это у нас такое? Это 7x4 сегмент дисплей. Что он делает? На нем можно писать какие-то цифры или слово, состоящее из 4 букв. Это у нас что? Джойстик. Им можно управлять другими датчиками. Хорошо. Нравится вам вообще учиться? Да. Очень. На каком вы уже месяце учитесь? На 7-м. 7-м. Ого. Почти уже заканчиваете? Да, через 1 месяц. Ага. Круто. Так, это у нас? Это у нас? Это пульт. Что он выполняет? И можно управлять через компьютер. Для него надо писать большой код. Угу. На каждую цифру отдельный код и какое-то действие можно для робота. Да. Ага. Классно. Так, сегодня мы вот узнали про конструктор Arduino. Ага. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Оставайтесь с нами.